Привет, дорогие друзья! Продолжаем обзор канадских питомников. Орех гинго. Орехи гинго очень популярны в Китае, где их едят, как наши кешью здесь, в Канаде. Слегка обжаренными и солеными. Сегодня в Канаде широко выращивают мужские деревья гинго, которые служат легкими в уходе декоративными элементами на городских улицах и парковках. Однако только женские гинго приносят съедобные орехи. Но градостроители хотят избежать уборки упавших орехов. Отсюда и уклон в сторону мужских деревьев. Мы можем на заказ сделать мужскую или женскую прививку, но продаем только саженцы смешанного пола, чтобы предотвратить гендерную субъективность. Установлено, что эти долгоживущие деревья, существуют экземпляры возрастом 1000 лет, очень выносливы в третьей зоне морозостойкости и могут выжить практически в любых условиях, включая атомную бомбардировку в Хиросиме. Китайцы любят вкус орехов гинго, а американская индустрия здорового питания использует листья для пищевых добавок, БАДов для головного мозга. К сожалению, в описании не указана скороплодность этих акклиматизировавшихся в Канаде гинго. Подписывайся, чтобы ничего не пропустить.